Всем привет, и с вами Арина. И сегодня я расскажу вам, это будет влог. Кто не знает, что, всегда влоги снимаю о каких-то покупочках, которые я сделала или которые планирую сделать. И вот. Итак, приступим. И я купила лаков. Потому что мне как-то, у меня много лаков, но мне как-то хочется какое-то такое новое, что-то вроде такого. И я купила два лака от одной фирмы, потому что они мне понравились. Это два лака от Rich Color. Они вот такие вот, вот кто не верит, они от одной марки вот эти. Этот только просто какой-то бирюзовый, этот более красный. Это номер 44. 44 это 11. Еще вместе с этими, с вот такими всякими лаками или вот такими я покупаю трескающиеся лаки, потому что когда красный с розовым трескающимся, очень так красиво получается как-то. Или наоборот, я беру крашу в розовый и покрываю трескающимся красным. Но так как этот простой, я купила под него трескающийся вот такой вот розовый. Он от Ноготок. Вот такой вот. Номер 03. Вот там вот. 03. Еще купила себе два лака розовых. Один вот такого цвета, другой вот такого вот, какого-то такого. Но они разные. Это вот так вот кажется, что они одинаковы, но тут он более розоватый, такой, это более оранжевый. И этот лак от Jean Michel. Вот. А этот от Rutta. Вот. Дальше я купила черный лак. Я вообще люблю такие вот цвета яркие, такой желтый, черный, какие-нибудь зеленые, такие неоновые. И вот такой вот он, такой вот лак черный. Он отсвечивает каким-то таким вот синеватым. Видите, вот там. У меня сейчас на ногтях. Вернее, остатки его. И вот он Nail Color Supreme. Пока вы говоришь. Nail Color Supreme. Вот такой вот классный лак. Мне он очень нравится. Он уже держится уже неделю, наверное. И вот пока еще вроде на месте. Но такой классный лак. И еще я купила бесцветный лак, так как я часто делаю на какие-нибудь праздники маникюр. И, например, я наклеиваю на ногти какие-нибудь наклейки для ногтей. И то есть, чтобы они быстро не сползали, я крашу их бесцветным лаком. Но у меня бесцветный уже кончился, и я купила новый. Он стоит рублей 30, я не помню. Он от Jean Michel, да. Такой же вот от Jean Michel, вот тут вот написано. У меня еще один лак от Jean Michel, вот, то есть они от одной фирмы. Это были лаки. И вот я дополнила 20. Я купила 7 лаков, то есть я дополнила свою коллекцию еще несколько лаков. Кто не видел мои лаки все, то я сниму видео, кто хочет. Вот так. Еще я себе купила, так как у меня очень сухая кожа, я себе купила вот такой вот лосьон для тела от Avon. Вот, Skin Soft. Нежность шелка с маслом органи. Он классный, я вот уже два раза попользовалась. Он очень клевый, он увлажняет кожу нам вообще, не знаю как. То есть классный. Так мне сохнут руки. Я себе, естественно, купила крем для рук вот такой вот. Он от Nivea. Вот, облепиха и витамин Е. Он очень клевый, он реально увлажняет вот кожу. Если у кого-то сухая кожа на руках, то он очень помогает. Он увлажняет и питает кожу. В
общем, мне нравится. Боже, он прекрасен. Вот. Ну, мне лично нравится. Я вот, не знаю, я уже второй раз покупаю этот крем, и я никак не могу... Я и без него не могу прожить и дня, потому что он увлажняет суперские руки. Вот. Это были крема, всякие вообще. Переходим к духам. И я очень люблю такие какие-то сладкие запахи. И этот, эти духи от... Сейчас, от... Прита Фот... Что? Да. Прита Фаделас. Они очень клевые, они пахнут вообще супер. И я вообще люблю сладкие запахи. И это вот тот запах, он такой классный, который я, о котором я всегда мечтала. Он сладкий, но он не сильно сладкий, то есть он вот даже он, то есть он не, его даже если раза три в жизни, что, то есть, как-то он и не будет сильно пахнуть, но и в то же время он, его не слышно вообще будет. То есть он какой-то запах будет издавать, но не сильный, не резкий. Он не резкий вообще. Я же себе купила, как вы заметили, я уже, я им пользуюсь часто. И это духи от Светская Львица, Брокат. Такие классные, у них такой изящный аромат вообще. Он тоже не резкий, он более такой какой-то сладкий, но и в то же время он такой, ну, для девушек лет 15-16. Вот, ну, мне он очень нравится. Он просто вообще, он классный. Вы видите, я им пользуюсь, то есть он у меня не стоит, я его обожаю, видите. Но этим я тоже, там, вот видите, сколько. Этими, этот тоже не стоит, он, я им пользуюсь. Вот. Что я купила для, ну, для каких-нибудь причесок? Я себе купила вот такую вот штуку. Это для таких причесок. Кто не знает, эта фигня одевается. То есть она одевается вот так вот. На нее вот так вот можно уложить вот так вот сверху челку вот так вот. То есть. И вот здесь вот так вот. Вот так вот заворачиваются вот так вот волосы. Вот так. Вот так вот, видите? Вот. Ну, такая классная штучка. Мне она очень всегда нравилась. Я всегда такую хотела. И вот я себе купила эту фигню. И... В общем, вот. Можно и так буду сидеть. Мне очень нравится, я в этой, с этой штучкой я пойду, наверное, 9 мая в город на праздник. То есть, так сейчас девушки очень много ходят, им, то есть, идет, они, даже молодежь, она вот сейчас ходит, такие вот прически делают. Вот, ай. Но мне нравится эта штучка, потому что она подходит для любой, то есть, любого размера головы. Она на вот такой вот резинке, вот видите, она тянется. Она очень сильно тянется, видите, вот растягивается вот до такой степени. На ней вот такие вот бусинки, то есть два ряда черных и один ряд белых. Следующее, я себе купила сумочку, она такая очень компактная, она маленькая. В общем, она летняя, с ней можно куда-то пойти, например, в город или в магазин летом. Просто туда положил деньги, телефон, все, тебе больше ничего не надо. То есть она вот такая вот, классная. Это эйвонская такая сумочка. Мне она очень нравится, так как она такая она такая вроде бы как... Но она не розовая, но и не сирень, она какая-то такая отливная. Вот сирень, вот, не знаю, какая-то... В общем, я не знаю. Здесь вот таких вот два вот таких замочка. Вот. Это более летняя такая. И то есть мы открываем.
И здесь вот идет вот так вот, как кошелек, видите? Здесь, то есть вот сюда вот можно положить мелочь. Здесь вот можно вложить такие всякие карточки. Это отдел уже для бумажных денег. Вот. Вот. Здесь такой кармашек, то есть сюда можно положить и телефон там, и всякие там штучки, брюки. Здесь такой вот узор красивый. Мне она очень такая вот нравится, она более маленькая, она вот, видите, вот с моей ладони. Видите, она то есть такая вот, ну, в общем, маленькая, компактная. Все, что мне можно положить, то есть с собой это деньги, например, там телефон, всякие карточки, то есть в нее это все поместится. Также туда можно положить тушь, блеск, маленькую палитру теней, то есть все такое, которое компактное очень. И сама она компактная, то есть она не занимает много места, например, там, если вы куда-то собрались, то вы сюда все покидали, все. Затянулись, то есть здесь лежат телефон, деньги. И там что-нибудь, карточки всякие, ваши билеты, все такое. То есть она не на пол машины занимает, например, вот. Ну, мне она очень нравится. Такая классная, это из кожи вот такой вот. Ну, это такая больше крокодилья, как-то кожа. Здесь еще вот такой вот узорчик. Вот. Вот такая вот, классная, мне нравится. И все покупки, всего я потратила на это все, я потратила рублей 500, потому что, то есть, вот этот лосьон, он стоит рублей там 200 с чем-то, вот это вот 100, духи они, вот эти вот особенно, они тоже не дешевые, там рублей, я не знаю, рублей 400, и вот эти вот все лаки, которые я купила, они стоят, но они и не дешевые, но и не сильно дорогие. То есть они нормальные для лака. И как вы заметили, я очень люблю кольца, поэтому я ношу и на большом пальце, и на вот этих, и на этих вот такие вот кольца. Здесь такое вот, ну, классненькое, здесь такое. Вот. И, пожалуйста, не судите это видео строго, оно у меня первое. И если вам понравилось мое видео, подписывайтесь, ставьте лайк. Пока. С вами была Арина.